классика жанра. В то время как давным-давно уже заканчивается лето. Вдали от всяких так называемых... О, кстати, дружба. Но подделка, потому что называется дружный. Комары, конечно, жуть. Но, тем не менее, вдали от шумных офисов сяду на пенек, съем тормозок. Знаете, как мечта любого алкоголика советских времен, когда из закуси был сырок, там помидорка, огурка, немного хлеба. Ну вот, поностальгируем, сделаем самый дешевый перекус, который обошелся нам в 9 рублей сырок, в 17 рублей нам обошелся батон, и в 20 рублей нам обошлось кофе без сахара. Замечательный сытный перекус. Все это в одном месте, в магазине Ярче. Ну и запьем кофейком. Собираем наш бутик. О! Великолепно. Ни один Макдак не сравнится с этим. Прям как в детство попал. Только веснушки надо собрать. Нет ничего вкуснее, такого бутика. Надеюсь, что все будет тихо и спокойно в моем родном Луганске, в Украине, в Белоруссии и во всех остальных независимых странах. Мы можем позволить себе нечто большее, чем такой бутик. В общем, всем здоровых перекусов. Всем пока.